С вами по-прежнему Василиса Воробец и прогноз погоды по Беларуси с 30 октября по 5 ноября. Причуды погоды уже давно никого не удивляют ни зимой, ни летом. Вот какими сюрпризами может удивить белорусов грядущий последний осенний месяц. Радикальных перемен по сравнению с ноябрем прошлого года от ноября текущего года жителям белорусской столицы ждать не следует. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 11 градусов Цельсия. Не обойдется без заморозков. Днем до минус 3, а ночью до минус 5. Ожидается пасмурная погода. Из осадков дождь. Во второй половине ноября прогнозируется снег. В Минске днем в среднем плюс 6-9, ночью от 3 до 7. В течение недели пасмурно, дожди. В Гомеле днем в среднем плюс 8-11, ночью от 4 до 8. В течение недели пасмурно. В Гродно днем в среднем плюс 5-9, ночью от 3 до 7. В течение недели облачно, небольшой дождь. В Могилеве днем в среднем плюс 6-8, ночью от 3 до 6, пасмурно, небольшой дождь. В Витебске днем в среднем плюс 5-7, ночью от 2 до 6, в течение недели пасмурно, небольшой дождь. В Бресте в течение недели днем в среднем плюс 9-14, ночью от 4 до 8, пасмурно, переменная облачность. С вами была Василиса Воробец. Хорошей погоды вам и удачной недели!